Блин, вот бы скорее повзрослеть и пойти в школу. Там ведь столько всего интересного. Надоело уже тут сидеть. Скорее бы уже закончить школу, пойти в универ и жить самостоятельно. Господи, как я устала, скорее бы уже на пенсию. Деда, а помоги мне сделать картину из макарон для садика. Да когда же уже все закончится? Садик против школы. Приятного просмотра. Отдай, это моя машина. Не отдам, я тоже хочу с этой машинкой поиграть. Знай свое место, женщина. Отдай мою машинку. Сейчас я их напугаю. Подожди, ты слышишь? Холера читов против Аспера. Ой, как скучно. Скоро там столовка, а? Крюкова, что ты там все пишешь? Урок уже давно закончился. Шутейка, не отвлекай, я занята. Фига себе, это чем же? Если ты забыл, у нас ЕГЭ уже в этом году. Вот я и готовлюсь. Ты хоть репетитора нашел? Да нужен мне ваш репетитор, я и так все сдам. Я же умный. Ага. Ну смотри, что тебя своим умом хотя бы в ПТУ взяли. Ой, нет, фу. О, сегодня какие-то щедрые прохожие попались. Может, даже на чебуре хватит. Кошкану. О, Хрюкова, со школы тебя не видел. Ты что тут? Ты же вроде к ЕГЭ готовилась. Готовилась, да вот все равно завалила. Перенервничала и упала в обморок. Да, не повезло. О, смотри, какой богатей идет. Подайте, милый человек, ножи. Ну, у меня тут вроде мелочь какая-то завалялась. А, вот, держите, на поесть хватит. Крин-шопов, ты? Ты с ЕГЭ вообще не сдавал, как ты таким богатым стал? Ты че, вообще что ли? Я ж после 9-го ушел. Ладно, я пойду, у меня там девочки ждут. Не скучайте. Ну а сегодня мы с вами выучим новое слово. Ура, новые слова. Слово дня сегодня многозадачный. Это обозначение человека, который делает несколько дел одновременно. Ребята, можете рассказать, когда вы многозадачны? Ну, например, когда я смотрю мультики, расчесываю волосы и кушаю шоколадку. Правильно, молодец, Милашкина. О, шудейка, ты знаешь, что такое при... Как ты сказал? Вон, сейчас в Телеграм зайдем и все прочитаем. Так, ну вот это означает жесткая пара. Да не тоже. К сожалению, YouTube заблокировал это, поэтому мы не сможем вам его показать. Но если вам интересно, отрывок будет в моем Телеграм-канале. Ссылка в описании. А ну-ка быстро в класс, а то я сейчас знаете, что с вами сделаю. Да? Ах вы молокососы, да я вас... Достаем карандашики, мы сегодня будем рисовать кружочки. Шудейка, покажи нам, как ты рисуешь кружочек. Хорошо, сейчас. Так, тик-тик-тик-тик. Опа, оп-о. Ой, Владик, какой красивый кружочек, молодец. Так, решаем 44-ю задачу из учебника. Так быстро все начертили равнобедренный треугольник, примыкающий к окружности, и показали мне на нем бисектрису. Так, о, о, и о. О, красота. Вот, Мария Кринжоповна. Ой, Кринжоповна. Шудейка, это что за геометрическая эротика? Так, ребятки, а теперь повторим буковки. Владик, нарисуй нам, пожалуйста, букву А. Ага, хорошо. Так. Ой, какой молодец. Почти как в книжечке. Так, а ну-ка записываем задание. Х равно в знаменателе 2 пи р квадрат умножен на косинус угла альфа от зи х с. Умножение на что? Повторите, пожалуйста. Нет, ну это невозможно. Ну как мне с вами работать, если вы элементарного не понимаете? Все, я больше так не могу работать. Я увольняюсь. Да, трэш. Ты что, реально уснула? Да ну ты что, совсем смеешься, что ли? Вон те малыши пускай спят днем, а мы-то с тобой совсем взрослые. Так, девочки, а ну-ка глазки закрываем и спим. Все, тихо. A few moments later. Ну, вроде спят. Пойду чай попью, так. А я бы вот вообще никогда не спала. Эти тупые взрослые постоянно заставляют. Что такое? Так, ну одним уроком меньше. А я не поняла, а где моя коза? И что, одной сегодня 6 уроков сидеть? Так, 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 так. Алло, кто мне звонит в такую рань? Ну нифига себе рань, вообще-то уже второй урок закончился. Ты что, меня тут одну кинуть решила? Ой, блин, что-то будильник не сработал. Сейчас, 5 минут я буду. Скажи, что я в туалете засиделась, хорошо? Ой. A few moments later. Извините за опоздание. Ну, организм у нас молодой, поэтому нужно много сил, чтобы расти.
давайте заканчивайте и складывайте игрушки на место. За вами скоро придут родители. Все. Блин, опять нам поиграть не дают, как же бесит. Вот она вредина. А давай мы ее проучим, чтобы она нас больше не трогала. Давай, а как? Давай ты меня подсадишь. Я поставлю ведерко с водой на дверь, а когда она зайдет, то обольется и будет вся мокрая. Давай, будет знать, как у нас игрушки отбирать. О, давай. Вообще-то я девочка, и меня нужно было подсаживать. Ты больше меня бесишь. Я уже все, давай спускай. Ну, жудейка, я все твоей маме расскажу. Вы что, я вообще тут ни при чем. A few moments later. Ну вы только сильно не ругайтесь, он же еще маленький. И я уверена, ему очень стыдно. Стыдно тебе, мать, позоришь. Да-да, очень, простите, пожалуйста. Блин, как эта математичка уже задрала? Как можно одному ученику столько домашки задавать? Ага, как будто у нас других предметов нет. Почему одна училка не может преподавать все предметы, а мы должны их все знать? И не говори. Слушай, может быть, ей кнопки на стул подкинем? Или как тогда мы сумку закинем по приколу, а? Да не, ее такого уже давно не выводит. Так, детям, посидите тихо, я через 5 минут приду. Все, давай. Слушай, а может быть, стереть все ее задачки? Точно, я даже знаю, какое. Это что такое? А чего на нас смотрите? Это не мы. Да-да, не мы это. Ой, дебилы, вы в своем классе сидите. Я же вас заставила после уроков. Ну, раз родители вас не воспитали, тогда пойдем другим путем. A few moments later. А ты что думал? Тебе уже 14. Сейчас посидишь 3 суток и подумаешь над своим болезнью. Нет! Нет! А как тебя зовут? Давай дрожить. Привет, я Влад. Пошли поиграем в кубики. Да, пойдем. Блин, такой кубик классный, правда? Да, интересные кубики, пошли. Давай будем каждый день вместе играть. Да, будем с тобой дружить даже, когда станем взрослыми. Блин, да как это вообще решается? Пс, Зубрила, дай списать по старой дружбе. Интересно, а с каких это пор мы с тобой друзьями стали? Да мы с тобой дружим еще с садика, ты что, забыл? Если что, мы с тобой-то и разговаривали всего 2 раза в жизни. 1 раз в садике и 1 сейчас. Ты хоть знаешь, как меня зовут? А давай с вариантами ответов, а? Слышь, Зубрила, а у тебя такой же вариантик, как у меня? Можно я посмотрю? Мне тут чисто сверить, я просто посмотрю. Подожди секундочку, мне тут шутейка мешает. Мария Кринжоповна, а шутейка тут писать хочет. Так, шутейка, а ну-ка решай сам. Ну ты крысова. Он предал нашу дружбу ради баб. Ой. Мария Ивановна, здравствуйте. О, Владик. А почему тебе месяц в садике не было? Мы с родителями ездили к бабушке на дачу. Вот она записала вам записку. Так-так. Какая мне разница? Я все равно месяц твоей обеда вышла. Кстати, если что, можешь еще на месяц уехать. Не работа, а сказка. О, шутейка, а где ты был? Ты в курсе, что ты половину первого урока прогулял? Быстро объясните нам, не настал. Мария Кринжоповна, а как правильно написать-то? Меня сбил КамАЗ или сбил КамАЗ? Пиши как хочешь. Завтра с родителями в школу. И кстати, ты справку почему не принес? Я нес, только руку в больницу забыл. А голову ты там случайно не забыл, а? А кто это у нас тут? А какие еще отличия садика от школы знаешь ты? Пиши в комментариях. И не забывай ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем пока!